Знаешь, в таких местах можно наткнуться на что угодно. Уверен, это будет нечто. Кажется, им нужно помочь. Ты в порядке? В порядке. Все хорошо. Да что с тобой? Я хочу знать, какой смысл всего того, что я делаю. Если вы смотрите это, вероятно, я пытаюсь убедить вас в чем-то. Во что сложно поверить, или я умер. Слушай, я готов на все, чтобы вернуть ее, но... Еще одна доза убьет тебя. Есть вещи куда хуже, чем смерть. Они не возвращаются. Лучше это был бы я. Ты потерял связь с реальностью. Да что ты! А часики продолжают тикать. Грань времени. В кинотеатрах с 26 ноября.